залу пьяненька Наталья, в прошлом балерина. Приехали на выставку драгметаллов из Челябинска, я и мои друзья по приглашению. Занимаемся в компании M-Goldex, зарабатываем серьезные деньги, хотим изменить свою жизнь только к лучшему, любим, обожаем данный бизнес. Меня зовут Альбина Гончар, я с уральского маленького поселка Локомотивный. С M-Goldex моя жизнь изменилась к лучшему, и я надеюсь и всех призываю к нам в компанию, потому что с M-Goldex мечты сбываются. Мы здесь, в Германии, мы здесь, верьте в компанию M-Goldex. Меня зовут Фарида Абдрахимова, я из города Челябинска. В компании M-Goldex я уже полтора года. Благодаря этой компании мои мечты стали сбываться. И я надеюсь, что вскоре я стану независимой, приобрету все, что я о чем мечтала, и все мои мечты и планы сбудутся. Здравствуйте, Панчишин Анзор. Я из города Кордыл, Челябинская область. В компанию меня пригласили друзья, о чем я просто после того, как меня пригласили, здесь я просто очень рад. Здесь классная компания, на самом деле, она существует на самом деле. Мы вот сейчас находимся на выставке драгметаллов. В компании я уже нахожусь 8 месяцев. За этот период у меня, как говорится, я забыл, что такое финансовые проблемы. Поэтому это даже не мечта, это просто желание приехать сюда. Мне просто и захотелось приехать сюда. Вот я и здесь. Компания классная, компания супер. Добрый день. Мы семья Панчишиных собрались сюда. И нас как бы... Наши мечты сбылись, мы выбрались за границу, но это нам все дало компания M-Goldex. Так что с M-Goldex мечты сбываются. Приглашаем вас всех. Спасибо большое.